Без крыши над головой остались 16 человек. На улице Княжеская, 4, произошел сильный пожар. Загорелась крыша жилого дома. По данным спасателей, площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Юлии Долгонюк удалось пообщаться с жителями сгоревших квартир. Для ликвидации возгорания привлечено 60 человек и 12 единиц техники. Две стволы, которые работают, надо сосредоточить на 4-м этаже. Шестиструнная гитара, наспех собранный рюкзак и любимая собака Фира. София сидит на бордюре прямо напротив полыхающей квартиры. Больше всего, говорит девушка, обидно, что сгорели рисунки, написанные акварелью, и заранее купленный билет на концерт любимой британской рок-группы Юрай Хип. Я спала, потом мама выходит куда-то, я чувствую запах гари, и после этого я начала быстро собирать вещи, что я там успела гитару взять, какой-то блокнотик. Мама положила там ноутбук, бросила в рюкзак, и потом я выбежала с собакой, помогла выйти бабушке старой. Мать Софии едва сдерживает слезы. Когда выбегали из дома, пламя еще не успело ворваться в их квартиру. Жилище вспыхнуло прямо на глазах. Женщина подозревает, загорелась старая проводка, и огонь перекинулся на камышовую крышу. Сейчас горит, вот сейчас, вот это вот пожарный поливает именно мою квартиру. То есть выгорело там все. Там не останется ничего. Вот, пожалуйста, повернитесь, сфотографируйте. Вот. Это моя, которая загорелась минут 15-20 назад. Но, видимо, загорелась с крыши. Потому что, когда я вышла выводить соседей, еще даже был свет. И мы видели, что горит высоковольтный ввод и горит крыша. Но, судя по всему, загорелась с хламника на черном ходу. Жильцы выбегали из квартир в попыхах. За огнем, который с большой скоростью сжигал квадратные метры здания, пришлось наблюдать в домашних тапочках и халатах. Я выбежал просто посмотреть и выбежал вот как есть, грубо говоря. Второй раз я уже поднялся, взял документы нужные, паспорт, компьютер, все. Больше ничего такого. Все вещи, все осталось там. Я в шоке, люди вообще в шоке. Паника такая у всех. Без крыши над головой остались 8 семей. Пострадавшим обещают предоставить варианты отселения, а здание восстановить. Завтра начнут работать уже наши подрядчики, которые будут разбирать, смотреть, что нужно восстановить. Потому что здесь, ну, по предварительному, вот вы видите, как и я, крыши нет уже, перекрытий нет. Четырехэтажный дом большой, угловой, Княжеская, 4, памятник архитектуры. То есть здесь еще предстоит очень много работы. Жертв происшествия нет. Специалисты выясняют причины пожара. Юлия Долгонюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.